Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Мій співрозмовник сьогодні – політехнолог Борис Тізенгаузен. Борисе, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас! Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Це в цілому важливо для нашої роботи. І банально просто змінилися алгоритми Ютуба, і все це впливає на просування відео. І, друзі, звичайно ж, закликаю вас підписатися і на Ютуб-канал нашого шановного експерта. Борисе, якщо ви не проти, я хотіла б нашу розмову розпочати із ось таких заяв та новин. Трамп заявив, що зробить більше для України, ніж Байден. На передвиборчому мітингу він сказав, що за президентства Байдена Путін отримає все, що захоче, включно з Україною. І за його словами, Байден збирається віддати Україну Путіну. Тим часом ми бачимо, що Путін каже про те, що Байден більш досвідчений та прогнозований, тому він краще для Російської Федерації, і Російська Федерація працюватиме з будь-яким лідером. У що грають ці двоє? В предвыборную кампанию классическую, ну, Трамп, если мы говорим про Трампа, то это не всегда классическая предвыборная кампания. Поэтому Трамп говорит про то, что Байден нерешительный, а он бы за 24 часа эту войну закончил. Ну, я напомню, там, по какой модели он ее хотел закончить. Путину сказать, давай, иди на уступки. Зеленскому сказать, точнее, ты там, Зеленский, подумай про территории, а Путин, если ты не пойдешь на уступки Зеленскому, то я дам Украине столько оружия, сколько она никогда еще не видела. То есть вот у Трампа все просто, все легко за 24 часа. Я думаю, что он сильно недооценивает отрицательную договороспособность Путина. Я думаю, что в принципе история про то, что Путин забирает себе все оккупированные земли, и говорит, вот отлично, вот на этом война закончится. Это недооценка, в принципе, амбиций Путина. То есть, да, ему он их хочет забрать, конечно, и взять определенную паузу, но только лишь для того, чтобы через какое-то время прийти и снова попортить нервы. Только, возможно, теперь уже НАТО, и, возможно, НАТО, которое будет без Соединенных Штатов, потому что Трамп собирался брать этот курс на выход Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. То, что Трамп, по словам Путина, менее предсказуемый, абсолютная правда. Трамп склонен к очень резким решениям, нестандартным. Например, он хотел оставить войну, начать войну с Северной Кореей и оставить ее своему последователю. Намол тебе. То есть он хотел, он абсолютно на полном серьезе рассматривал этот вариант. Поэтому, да, он непредсказуемый. И есть ощущение, что если Трамп не получит то, чего хочет от Путина, а он не получит, то он станет врагом для Трампа. Хотя у них довольно долгие длительные отношения, и в плане привязанности еще до президентства Трампа, Трамп, будучи бизнесменом, приезжал в Москву, искал встречи с Путиным, ему отказали в этом. Потом он летал в Хельсинки, непонятно зачем, уже в статусе президента. Ну, в общем, это такая, может быть, обида, которая перерастет в то, что Трамп просто скажет, так, да, ну ладно, я сейчас тебе покажу. Потому что Трамп привык получать то, что он хочет. Борисе, нещодавно Сенат кілька днів тому буквально затвердив допомогу для України у розмірі 60 мільярдів. Так, наступний крок – це Палата представників. Проте вже спікер Палати представників Джонсон сказав про те, що він блокуватиме, власне. І там була інформація ЗМІ про те, що він вимагає зустрічі з Байденом, а в Білому домі кажуть, що він розмовляє сам із собою. Ваша точка зору, от чи найближчим часом вирішиться це питання, чи пройде законопроект у Палаті представників? І якщо ні, чи є вихід? Выход есть, конечно же, выход есть всегда. Значит, что происходит? Несмотря на давление внутри вот там ядра таких правых республиканцев на то, чтобы не голосуйте за этот законопроект, в Сенате все равно проголосовали. Но в Сенате большинство у демократов в верхней палате, поэтому там было проще. Но там 17 республиканцев дали свои голоса. Дали 17 республиканцев. Это ощутимая для Сената цифра, поэтому я думаю, что в Палате представителей, конечно, будет гораздо сложнее. Гораздо. Потому что там большинство у республиканцев, и спикер, правильно сказали, Джонсон, не все Джонсоны хороши для Украины, вот, спикер Палаты представителей сказал, что выносить не будет.
Но самое интересное, какая причина? Я все думал, какую же причину найдут? То есть уже все, убрали спорный проект по границе, спорную часть вот эту, убрали. Все. Сам Трамп говорил, нужно разделить эти, это слова Трампа, он в Твиттере писал себе, нужно разделить эти ну, пакеты, помощь Израилю, Тайваню, Украине и границу. Разделили. И какую причину Джонсон нашел? Он говорит, а там нет границы. Так тебе только что ее убрали, границу. Ты как так? Ну, в общем, абсолютно какая-то надуманный предлог. Мне почему-то кажется, что в палате представителей найдутся адекватные республиканцы. Хотя там есть, знаете, какая сложность может быть, как ни странно, в том, что пакет объединен с помощью Израиля. Есть демократы, которые не хотят за эту помощь голосовать, потому что считают, что Израиль довольно сильно жестко себя ведет в секторе Газа, там с мирными и так далее. И демократы именно. Поэтому не все демократы могут дать голоса, тогда придется больше республиканцев. Но даже если для начала Джонсон должен поставить этот биль на голосование. Если он его не поставит, есть определенная процедура, как обойти его. То есть нужно будет 4 голоса республиканцев добрать, ну это если все демократы согласятся, и тогда там по особой процедуре без Джонсона выносится законопроект. Но пока непонятно. То есть вот так, чтобы сказать, все будет проголосовано, нет. Голосование, возможно, будет в начале следующего месяца, исходя из графика голосований Конгресса в целом, ну, когда смогут поставить. Поэтому начало марта, ну а тут нас ждут две даты, которые для россиян важны. 23-24 февраля, дата вторжения, день еще советской армии на 23 февраля, которые эти дни, мне кажется, сложными будут в плане массированных обстрелов для нас. Ну вот под массированными обстрелами будем ожидать, как там Конгресс проголосует. Борисе, видання Reuters писало про те, що Путін надсилає всілякі сигнали до Сполучених Штатів Америки, просить заморозити конфлікт, зупинити допомогу. Проте кілька джерел, так, з якими спілкувалися, то говорять про те, що в Сполучених Штатах цю ідею відкидають і говорять, що ніяких перемовин не може бути без України. Буквально ось кілька днів тому у Держдумі Лавров заявив про те, що Росія начебто готова до перемовин дипломатичним шляхом, так, політично-дипломатичним шляхом, він сказав. Так, а що це означає? Це визнання того, що військовим шляхом не виходить? Ну, не, воєнним путем не виходить то, що вони хотіли ізначально. Тобто от вони як будто говорять, смотрите, це ж ми так і хотіли, от наші цілі, ми от заберемо цю землю у України. Це наші цілі такі і були. Якщо задати вопрос по поводу денацифікації, там, демілітаризації, вони скажуть, ну, теж виконані. Вот убили там, скажут, миллион человек, это значит, мы убили там огромное количество тех, кто был против России, то есть там воевал с Россией и так далее. Поэтому как придумать? Но у меня есть ощущение, что Россия, как всегда, то есть они очень умелы в затяжных, бессмысленных переговорах, достаточно вспомнить Минские соглашения, которые были сформулированы так, что там просто даже эксперты по Минским соглашениям не могли понять, как эти блоки соединить, объединить, там, что первое, что второе и так далее. То есть Россия в этом плане, что для заморозки, а дальше, когда начинаются переговоры, тогда сразу встает вопрос, а чего вы оружие туда поставляете? Давайте прекращать поставки оружия в Украину. Но в это время Россия производит свое оружие. Месяц, два, три, запас ракет, танков. Там. Строится завод шахедов у них. Достраивается. В склад работают, производят шахеды, новые установки, новые операторы, ланцеты и так далее. Все усовершенствовано. Северная Корея еще докупили. Чужими руками там где-то еще в Египте, в Африке докупили. Все, Россия готова снова технически к массированному удару или концентрированному на определенных участках. И говорит, ну вот Украина не соблюдает, мы пошли снова тогда на Киев. Вот, мне кажется, что хочет Россия, потому что за принятие Украину в НАТО, даже там с частью оккупированных территорий, навряд ли они согласятся. Для них это останется навсегда незакрытым гештальтом,
НАТО Путину, в, как говорится, перед выборами или после выборов, не нужно еще и с этой стороны. Они абсолютно уверены, что Украина должна оставаться в орбите влияния Российской Федерации. Борисе, ви згадали Мінські угоди, і представник Китаю у Радбезі ООН закликав припинити допомагати Україні зброєю, а ще закликав до виконання Мінських угод, укладених та у 2014 році, нагадаємо нашим глядачам. Скажіть, будь ласка, ну от як це розцінювати? Ну, по-перше, ми цю пісню вже чули, так неодноразово пам'ятаємо ми всі. Але що, як розцінювати з боку Китаю? Тому що раніше ну, у Китаю така була ну, нейтральна позиція. Ну, вышло интервью Путина, где он сказал, что основным триггером стало невыполнение Минских соглашений. Этот повторил представитель Китая. Ну, то есть, вот как бы одинаковая повестка, одинаковые месседжи. Идет привязка в информационном поле причины начала войны. То есть, все союзники Путина сейчас начинают говорить про эти Минские соглашения. Не только представитель Китая, мол, Украина, выполняя Минские, так бы если выполнила, тогда бы ничего не было и так далее. Вот в чем причина войны. Идет привязка в инфополе, но в это на самом деле никто не верит. Китай занервничал сейчас, потому что Европейский Союз впервые вводит санкции против китайских компаний. Поэтому... Борис, это всего три компании. Что-что? Да, мова йде про три компанії. Чи тут не важливо, тут сам як факт, так, що перший Євросоюз може запровадити саме ці санкції? Чи про що тоді мова? Тут важен перший шаг, тому що Китай, наприклад, Європейський Союз є важною частиною головного китайського проєкту «Один пояс, один путь». І якщо Європейський Союз, ну і плюс важною частиною експорту китайських товарів, важной частью экономического взаимодействия. То есть если Европейский Союз начинает вводить впервые против китайских компаний санкции, это для Китая закончится очень плохо. Я думаю, там про китайскую экономику после ковида и войны, которую Путин развязал, расскажут детальнее экономический эксперт. Но в целом там все не так радужно, как хотелось бы Китаю. И опять же, санкции от Европейского Союза, это серьезно. Американцы только анонсировали свои санкции, сразу же китайские и турецкие банки перестали, ну не все, правда, перестали работать с российскими компаниями, да и с российским бизнесом. И это крайне серьезно. Они, там же несоизмеримые потери идут. Если китайские банки, которые работают с европейскими компаниями, они ну, гораздо больше обороты проводят, чем, ну, короче, не хотят все остальные банки просто попадать под эту раздачу. И точно так же европейские санкции по флоту теневому вводятся. Быстренько встряхнулись там на Ближнем Востоке все. Ударили жестко по этому теневому флоту танкеров. Треть отказывается сейчас перевозить российскую нефть. Ну, в общем, кто говорит, что санкции не работают, это неправда. Они работают, если внимательно следить за их соблюдением, что сейчас и начинает делать Европейский Союз. Поэтому Венгрия, которая блокирует сейчас введение санкций против в том числе китайских компаний, она сильно рискует попасть под раздачу, ей уже не первое предупреждение было. Борис, якщо ви не проти, хотіла б з вами поговорити наші внутрішні питання. Зокрема, президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки. Ним став Євген Мойсюк, який працював раніше у команді Валерія Залужного, був заступником. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи, скажімо так, будуть запропоновані і іншим генералам посади, так як ну, мова про тих генералів, яких звільнили так у рамках цієї зміни військової вертикалі влади? Ну, я считаю, что профессиональным и эффективным генералам с боевым опытом, с опытом руководства, конечно же, нужно предложить альтернативу. Мы не имеем права разбрасываться такими кадрами. Но тут как бы вопрос в другом. Пойдут ли сами эти генералы дальше вот принимать такое предложение? Или будут ждать там какую-то иной возможность? Или просто захотят отдохнуть? Ну, сложно сказать, кто-то примет, кто-то нет. Мне кажется, что люди, близкие к Залужному, навряд ли примут такое предложение. А Залужного чи побачимо ми у якості так на якійсь новій посаді, чи ні, як ви вважаєте? Ну, тому що президент говорив про те, що йому було запропоновано залишитися в команді, проте ну, багато було різної інформації в ЗМІ про те, що
Валерій Федорович не прийняв рішення. Я думаю, что Валерий Федорович точно не примет сейчас никаких должностей. Есть у меня, ну, я, может быть, не на 100%, но на 99% уверен, что сейчас он не примет предложения, тем более такие предложения, про которые мы слышали, глава СНБО, например, или посол куда-то там далеко, ну, навряд ли, конечно, примет. Я думаю, что он просто сейчас возьмет, как он сам заявлял своему окружению, возьмет небольшой перерыв на поправить здоровье, собраться с мыслями и вернется в каком-то ином качестве. В Україні готують два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Ідея полягає в тому, що підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Ну, власне, пропонуються два варіанти. Або ти платиш податки, зарплати 30-35 тисяч гривень, або 20 тисяч гривень доплати за працівника щомісяця. Борисе, ми, здається, з вами цю ідею колись обговорювали, так, вже в ефірі така. Да. Так, але ж ми бачимо так, що не зникає з порядку денного це питання, і активно обговорюється, ну, пишуть ЗМІ про те, що і в Офісі Президента, так і, зокрема, нардеп Наталуха про це говорить. З вашої точки зору, все ж таки, чи бачите ви ризики ухвалення так ось відповідних змін? Як ви вважаєте, до яких наслідків все це може призвести? Ну, дуже просто, усилиться соціальне, вопрос соціального неравенства, що, як би, кто-то может заплатить, чтобы не служить, а кто-то нет. Там, ну, два подхода, действительно, зарплата или просто ты как платишь, откупаешься. Ну, не знаю, там, любой тогда. Тебе не нужно вообще не работать, ты, может быть, там, сын какого-то там серьезного чиновника влиять. Вот почему зарплата в данном контексте более удачным вариантом считается? Потому что если чиновник какой-то там попытается откупить своего отпрыска или как-то еще там иначе поступить, ему надо официально его устроить, там открыть или взять на работу, в коммерческую структуру, зарплату, налоги платить и так далее. Это все можно будет проверить. Тем более, если он вдруг устроится на работу сразу в день после принятия законопроекта, не работавши там месяц, два, три, ну это как бы может быть определенным сигналом. Но это тоже не спасет, можно устроить к любому знакомому на определенную зарплату. Поэтому я говорил, что там будут специальности и люди, которые действительно заслуживают бронь деньгами. То есть бизнесмен поймет, что он без этого сотрудника, все 50 остальных ему не нужны. Да? Наладчик уникального оборудования. Остальные могут, в принципе, не работать, если оно выйдет из строя. Поэтому я считаю, что такая практика нужна. Но как контролировать, кто брони этой достоин или кто действительно нуждается в этой броне, я не понимаю. И с другой стороны, что скажут люди? Ага, понятно, значит, богачи миллиарды наворовали, всем своим вот этим окружению заплатили, теперь пойдут служить вот те, кого они довели до черты. Вот так это будет воспринято. Еще один гвоздь в доску эту социального неравенства, поэтому золотой середины здесь вообще нет, как ее не может быть в принципе в решениях военных. А всі ці дії, скажімо так, ну от вони чи не ще більше ще не загострюють питання саме мобілізації, тому що так суспільство чекає ухвалення вже у другому читанні, в цілому так законопроекту про мобілізацію. А от такі новації, які напередодні так цього всього пропонують, вони ще більше не загострюють питання? Конечно, естественно. Но вот еще раз подчеркну, просто антиконституционные нормы все, скорее всего, не удастся убрать из этого. А как это, если мы оставляем нормы, которые противоречат главному закону в нашей стране? То есть, условно говоря, ну вот, допустим, будет электронный кабинет, пришла электронная повестка, она считается уже врученной, потом, если ты не пришел, какие-то штрафы, и тебя куда-то там потом приходят за тобой и принудительно тебя ведут. Это все как бы, ну, это тоже антиконституционно. Как исключить, как замотивировать людей прийти и пройти там медкомиссию и так далее, я не понимаю. Значит, россияне, учитывая то, что у них гораздо большая ресурсная база, они пошли другим путем, они тупо вот большие деньги предложили, и так как Путин, в принципе, за 20 с лишним лет своего правления
удерживал большую часть россиян около или за чертой бедности, то он им как будто бросил спасательный круг. Жены сами в России выталкивают мужей, иди, заплатим хоть кредит, хоть это выплатим и так далее. То есть там с этим все, мне один мой знакомый военный, который занимается мониторингом, показывал, как в чатах там вот этих вот мобилизованных и их семей решают, кто там менее ценный сотрудник, менее ценный член семьи, чтобы его отправлять. То есть у кого брата, там еще кого-то. Ну, то есть вот так вот там происходит. Я думаю, что если бы у нас материальное вознаграждение было действительно на гораздо большем уровне, возможно, чисто даже вот из этой причины, было бы, ну, потому что мы понимаем, что людям надо выживать, жить, экономика уничтожена в большей степени, некоторые отрасли совсем полностью абсолютно обнулились. Поэтому людям надо жить. Возможно, это был бы стимул какой-то. Но мы себе этого позволить не можем. Так, перепрошую, Борисе, скажіть, будь ласка, я знаю, що ми домовилися на 23 хвилинки, всього немає у вас часу, наступний ефір. Як ви вважаєте, чи Телеграм закриють в Україні? ГУР кажуть, що так, містить він у собі низку загроз для безпеки України. Бачимо ми ці повідомлення останніми днями. Да ні, ніхто Телеграм не закроє, тобто, тим більше в Україні всі владельці всіх цих Телеграм-каналів, крупних, вони всі відомі і зрозумілі. Но То, что они себе иногда позволяют, крупные телеграм-каналы, берут просто заказуху, ну как это работает, берут заказуху на какого-то человека, берут за это деньги, размещают первоисточник на каком-то сливном бачке, помойке, сайте помойки, чтобы сказать, это не мы, вот ссылка на первоисточник, мы взяли оттуда информацию, обезопасить себя таким образом и все. И, ну то есть представьте, завтра про вас, про меня на миллионниках выйдет дискредитирующая информация, конечно, большинство людей начнет там говорить, что ж так случилось, зачем так поступали. Но у нас нет с вами медиа таких охватов, поэтому, хотя, может, фабрика на лын. Добре, Борисе, дякую за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, підпишіться на YouTube-канал Бориса Тізенгауза. Ще раз всім дякую за увагу, все найкраще і до наступної зустрічі.